Всем привет, дорогие друзья, всем доброго здоровья. Мы артисты Рязанского хора. Татьяна Ларина, Елена Золотарева. Так, мы на карантине находимся вместе, так как мы родные сестры. Поводом записать это видео послужило желание сказать слова благодарности нашим врачам. Дорогие наши, искренне вам спасибо за ваш самоотверженный труд. Вы первые приняли на себя удар невидимого врага. Многие из вас живут на работе и не видят своих родных и близких, которые за вас переживают. В это сложное для нас всех время мы хотим вас поддержать. Мы желаем вам победить эту заразу как можно скорее. Ну и когда все закончится, мы ждем вас в стенах нашей родной Рязанской филармонии на концертах Рязанского хора. Ну а сейчас мы исполним для вас произведение. На песню нашего земляка-композитора Александра Аверкина «Падают листья», которую исполняет наш хор. Мы написали слова, и эту песню мы дарим вам, наши дорогие врачи. В мире затишье, что это значит? Мир в карантине, что за напасть? Коронавирус поставил задачу, как победить его и не пропасть? Коронавирус поставил задачу, как победить его и не пропасть? Сердце в тревоге, в белых халатах в бой идут люди, наши врачи. Днями, ночами дежурят в палатах. Если ты болен, скажи, не молчи. Днями, ночами дежурят в палатах. Если ты болен, скажи, не молчи. На небе солнце неугасимо, на небе солнце ярко горит. Низкий поклон вам, врачи, и спасибо. Это здоровье страны говорит. Низкий поклон вам, врачи, и спасибо. Это здоровье.